26 июня 2016 год, Купальская кола номер 8, день второй. Три часа, как жизнь снова поселилась в моем теле, принимаем ванны и готовимся ко второй части нашего мероприятия. Данный фестиваль обозначен как белорусский Pagan Black Metal фестиваль. Вы, как я понимаю, ну вообще не попадаете по этот формат. Вот вам не кажется странным? У меня папа очень любит Pagan Death Black Metal, поэтому... А, то есть семейное. Да. Поэтому по протекции составил. Да. Слово string, оно можно вот поиграть словами и совершенно по-другому получается. Ну да. Сначала мы хотели в стрингах выступать. Три человека в стрингах. А сегодня, кстати, было бы неплохо, это не так жарко. Это было очень актуально, как сказал наш... И модненько. Один человек, главный. Босс. Да, и первое наше выступление состоялось в закрытом Минском ночном клубе. Мы на шестах все-таки выступили. Нам сказали, не, ребят, вы лучше музыку играете, вы плохо танцуете. Что за ны-ны-ны? Да, в принципе, это так получилось просто. Мы не планировали изначально как-то выделять. Это просто... скрытый смысл, переводится как «нам надо накатить». Ну вот у тебя, к примеру, одна струна, а если она порвется, все? Не рвется, не рвется. Ну, если, бывает, если порвется, мы вернемся к своим корням и будем достанешь танцевать. Достанешь шестиструнную гитару? Будем танцевать стриптиз, да, в стрингах. Ну вот, скажем, такая музыка инструментальная, да, мне кажется, но она не очень фестивальная, на самом деле. Ну это не нам решать. Да. Ну вот так, это мое личное мнение. Как вы считаете тогда, где ваше место вот с вашим творчеством? В Европе, в Америке инструментальная рок-музыка очень крепко развита. Ну Европа, Америка. Да. Это, кстати, вот поэтому мы, ну, нам очень нравится там творчество Джо Сатриани, Пола Гилберта, Стива Вайет. Это же мировые имена, короче. У нас эта ниша просто очень белая. Да, у нас в Беларуси, вот как можно, ну, отвечу, в общем, коротко. У нас в Беларуси есть обалденные гитаристы, вот, которые даже что-то сольное делают, но они это не продвигают, короче. И мы вот решили вот этот пробел как-то вот восполнить. Готовили тебя какая-нибудь наработка, да, чтобы привлечь гитаристов шестиструнных, да, и вот что-нибудь обыграть? Или... А у нас на альбоме будет, я надеюсь, что будет гость, очень известный гитарист из России, самый популярный, каждый школьник его знает. Вот. Надеюсь, что мы сможем с ним договориться, и он как бы примет участие в альбоме, ну, там, как это, гостевое соло запишет. Вот. То есть бой, да? А вокальных не будет? Будет один трек на... Кавер? Кавер, да, на песню группы Rage Against the Machine. Вот, мы уже исполняли его один раз. Ну, короче, он уже студийно записан. Ну, вот выйдет, войдет в этот альбом, как кавер. Это, по-моему, где-то пятый концерт, то есть... Вообще, я бы хотел сказать немножко о проблемах. Поступают предложения масса, но экономически нам это невыгодно. То есть, если мы будем соглашаться ехать на каждый концерт или фестиваль, который нам предлагают, то просто разорвемся. Да, нас на Москву и Питер вот звали пару раз, но пока что мы отказываемся. Ну, понятно. Не может договориться вообще. У вас подозрительно молчаливый басист. Вам слово. Ну, чтобы было нормально, как пусть все доброе было, короче, на фестах, как вот сегодня, и покушать дадут, как бы не обидно. Дадут? И водички попить дадут за еду. Ну, а то
Да, мы очень благодарны организаторам. Хорошее такое светлое мероприятие «Купальская кола». Ну, вот мы первый раз на нем выступаем. Ну, просто мы порознь тоже где-то играли, вот на «Купальская кола» ни разу не попадали. Поэтому, ну, блин, вообще тут здорово, приятно, классно. Вот. Ну, спасибо вам за выступление. Ждем новый альбом и ближайших концертов. Все. Спасибо. Спасибо. Можешь не ждать.